Вы должны знать, что иногда не люди забирают, иногда это могут быть ваши обещания. То есть человек выглядит приблизительно следующим образом. Вы же знаете, что мысли материальны, да? То есть человек себе говорит: так, ой, как хорошо было бы, чтобы у меня вот этот, чтобы у меня была такая квартира, ай, какая она красивая, ага-га. Потом листаете, а там вторая квартира. Ой, нет, я бы хотела, чтобы и такая у меня была. О, нет, я, ой, какой красивый мужчина. Вот, вот хорошо было бы, чтобы этот мужчина ко мне пришел и там со мной жил. Ой, нет, пусть вот такой мужчина, он лучше, чем вот этот мужчина. Ой, а вообще хочу себе такие штаны купить. А вообще хорошо было бы зарабатывать $1 000 000 США каждый месяц. Ага-га-га. Смотрите, это программы. Такие программы, они могут... Вы забываете о них, но вы должны знать, что они все равно существуют. Они объединяются между собой, как будто вода. Вот смотрите, много-много росы на стекле создают шарик. Так и наши программы, минимальные, наши мечты, они могут создавать вот такой шарик, и этому шарику он не знает, что ему делать, потому что одна программа подавляет другую, и получается кашка-малашка. Но она вынуждена крутиться как вентилятор и забирать у вас энергию. Сексуальные программы забирают из сексуальных чакр. Программы, связанные с материалом, из материальных чакр, с душой, из душевных чакр, там, с сознанием, из сознания чакр. И таким образом человек при помощи своих мечтаний, там, зависти, обид и так далее настраивает программы, они слепливаются и забирается энергия. И человек, он должен, вам необходимо аннулировать эти программы. Каким образом? Сказать: я вас не боюсь. Мне теперь все равно, тьфу на вас. И вытянуть энергию обратно. Таким образом вы становитесь тем, кто контролирует свою энергию. И это уникальный метод, мной вам поведанный.